15-го не садится, 15-го встреча. Это? Что, у меня есть фотография? Татьяна Петреночка написано, до 15-го не садится, рядом в объявлении 15-го встреча. Это под это? Это подкуп избирателя. Я против. Пройдут выборы, пожалуйста, делайте. Это правительство, как там ряник... Это не реклама Семочек Сан Санычу? Нет. Да. Именно реклама Семочек Сан Санычу. Администрация не заказывает надпись и надпись. Мы заказываем, мы выполняем те работы, которые обращение народного депутата. Весенний не судите. Да, ты не уточнил. Не, рядом объявление воскресенье встреча. С Семечкиным Сан Санычем. Это точно открытие? Мы не проводим встречи, поэтому я... Они встречи не проводят, они расставляют, а дальше идет представитель Семечек и... Я думаю, что Владимиру Владимировичу голосовать невозможно. Нет, не конфликт интересов, это я считаю, ну это же просто, знаете, как опуститься до такого уровня, расставлять лавочки за державные пошты и назначать встречи на этих лавочках, а до этого не садиться. Ну давайте, пройдут выборы, ничего страшного, через неделю начнете ставить. Мое такое мнение, это просто ну, неправильно. Будем умирать, давайте я вынесу на голосование. Кто за? Кто против? Кто утримался? Раз, два, три, четыре, пять. Когда, ребята,